35 лет не олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила фестиваль художественный гимнастик, который назван в честь нее и проводится при поддержке ее благотворительного фонда. Кабаева появилась на мероприятии в эффектном платье с открытыми плечами. Наряд белого цвета был декорирован красными цветами, а на груди был принт в виде государственного герба. На мероприятии воспитанники разных спортивных школ демонстрировали отрепетированные намера. Также выступления гимнасток чередовались с музыкальной программой. Приглашенной артисткой стала Александра Абрамейцева, участница детского Евровидения на Мальте. Алина Кабаева, олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Награды и достижения этого человека можно перечислять долго, но самое главное, что у нее большое сердце, и она всегда рада поделиться своим опытом и мастерством с детьми и устраивает такой фестиваль, на котором дети показывают свой талант и мастерство, и их замечают. «Спасибо, что вы есть», – поблагодарила юная певица-гимнастку. Одним из гостей мероприятия стал Дмитрий Губерниев. В микроблоге он поделился эмоциями и поздравил гимнастку с проведением фестиваля и снова замечательная встреча с Алиной Кабаевой. Сегодня юбилейный 10-краткий благотворительный фестиваль спорта, красоты, молодости и здоровья Алина. За годы проведения фестиваля был ведущим, комментатором, почетным гостем, отметил Губерниев, президент Международной федерации гимнастики, ФИГ. Маринари Ватанабе назвал фестиваль Алина революционным событием в мире художественной гимнастики. Он знаком с Кабаевой много лет. Ватанабе вспоминает, как однажды нес спортсменку на руках после того, как она повредила ногу, тренируясь в лагере в японской префектуре Ямагата. Президент похвалил подопечных Алины Кабаевой. «Хочу также заметить, что все девочки и девушки, которые участвуют сегодня в этом спортивном мероприятии, когда-нибудь станут матерями. Из художественных гимнасток получаются отличные мамы, которые умеют передавать своим детям красоту духовного мира. Они более мудры, мягки, все понимают», передает ТАСС слово главы федерации. Класс пост 483 168 подписчиков.